бы получилось. Не думай об этом. Сосредоточься на дороге. Тебе легко говорить. Это же не твой племянник. Мы найдем его, Ривер. Я же не знал, что с ним творится. Если бы я спросил. Ты ни в чем не виноват. Я его дядя. И я никак ему не помог. Блять! Держись, Рэнди. Мы уже едем. Осторожнее! Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро! Осторожно, турели активируй. В доме должна быть система управления. Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро! Осторожно! Турели активируй. В доме должна быть система управления. Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро!
Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро!
туда, Ви! Рэнди ждет нашей помощи, ты помнишь? Вот так и есть. Сюда, Ривер! Быстрей! О, боже. Ты живой? Стой, стой! Не закрывай глаза. Скорая уже летит. Рэнди! Господи, он еще жив! Мы успели! Ви, выруби эту чертову машину! Надо отключить Рэнди! Рэнди! Нужна скорая, повторяю, нужна скорая на ферму к югу от города. Да, пришлите наряд! Да, высылаю координаты. Нет, хотя бы несколько человек! Только быстрее! И там еще автоматическая линия обороны. Будьте осторожны. Окей, быстрей, все отключены. Это надо отключить. Проверь остальных. Может, они еще живы. Сейчас. Большое обезвоживание, но ты поправишься. Ви! Помоги мне с Рэнди! Получилось, Ривер. Да, получилось. Но для меня еще ничего не кончено. Выродок должен ответить за этот кошмар. И ответит. Что ты хочешь сделать? Убить его? Именно. Пойти к нему и придушить голыми руками. Эта мразь сдохнет. Ривер, успокойся. Это уже ничего не изменит. Энтони Харрис теперь просто бессмысленный овощ, который даже сам не дышит. Это может продолжаться бесконечно. Он должен умереть. Тогда я буду уверен. Прекрати. Стоит ли ломать себе жизнь из-за мести этому недочеловеку? Не знаю, может, ты и прав. Я просто не знаю, что еще могу сделать. По-моему, у тебя целая куча дел, Ривер.
Подумай о сестре, о племянниках. Ты сейчас нужен им, как никогда. Да. Ты прав. Тебе нужно время, чтобы забыть про Харриса. Для начала, хотя бы выспись. Когда сам с собой разберешься, позвони, поговорим. Да. Мне нужно немного побыть одному. Потом позвоню. Конечно. Эй, мы готовы лететь. Ты с нами или как? Спасибо тебе, Ви. Без тебя я бы не справился. Не вопрос. Обращайся. Бедные дети. Ты уже столько лет служишь. Скажи, когда-нибудь видел такое? За 8 лет. Это первый раз такая жесть. В голове не укладывается. У тебя есть минутка? Да, конечно. Только, боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблема. Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема?
Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за Сола. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Что порекомендуешь из имплантов? Ну, ты же знаешь, киберимпланты — это как туфли. Смотря кто покупает. Нетраннер возьмет одно, Соло — другое. Но если думаешь задержаться в пустошах, есть смысл вложиться в маскировку. Голокожа, активный камуфляж — вот это все. По сравнению с городом, здешние места выглядят пустынно, но это не значит, что тут безопаснее. Мой тебе совет — не шуми и не привлекай внимания. А то оглянуться не успеешь, как попадешь в передрягу. Знаю. Я вырос у Баккеров. Ну, тогда тебя учить не надо. Мне нужен имплант. Прямо к делу. Мне это нравится.
Огонь и сила. Нет, остальные будут сторожить лагерь. Делайте обход каждые полчаса, докладывайте лично мне. Мы готовимся к приему гостей из биотехники? Или к четвертой корпоративной? Стилеты могут напасть в любую минуту. Мне кажется... Привет! Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила Ви, чтобы он тут перед тобой покрутил. Ты серьезно думаешь, что по нам можно что-то запретить? Поверь, не выйдет. Она все равно сделает по-своему. Нет, не сделает, если хочет остаться в семье. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Шанс загубить все, ради чего мы были. Вау, как много изменилось, пока меня не было. Нет, у нас ничего не изменилось. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу. Панам, ты какая-то тихая. В чем дело? Не вижу смысла с ним спорить. Мы его не убедим. То есть ты сдаешься? Ага, сейчас. Перехватим Василиска и подождем, пока Сол признает, что мы правы. Угу. Или вышвырнет всех нас из семьи. Я думал, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца. И доказать, что Альдекальда держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали, блядь. Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Мелитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть к какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Сола. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись, Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. Помнишь, Панам, мы договорились, что я пну тебя под жопу, если ты опять захочешь ввязаться в какую-нибудь хрень. Ага. И это было перед тем, как мы поехали к стилетам. У тебя был шанс, но ты его упустил. Нашла с чем сравнивать. В тот раз мы спасали члена твоей семьи. А теперь ты хочешь его обдурить. Если тебя это не устраивает, можешь валить отсюда. Я думал, вы с Солом уже закопали ружье войны. Я тоже, но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить. Вот именно. Ты же сама спасла ему жизнь. А теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться. Так что мы вернулись к тому, с чего начали. А почему, кстати, Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что Мелитех нас раздавит, если мы их обнесем. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить. Как с биотехникой. Просто пиздец. Ага, а вы бы наоборот хотели... Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего. К перевозкам. То есть контрабанде. Я так и сказал. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными.
Получается, на операцию согласились только 4 ветерана, и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке. Снова пытались убедить Сола, и ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, Сол. Все как-то подозрительно хорошо складывается. Именно та техника, которую вы хотели, едет к вам на блюдечке с голубой каемочкой. Ага. Сол тоже сказал, что это пахнет подставой. Откуда, говоришь, у вас инфа об этом конвое? Кэрол взломала канал связи Мелитеха. Все, доволен? Допустим, у панам свои счеты с Солом. Ну а вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Ладно, я с вами. Окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто. Поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Вспотели ручки-то? Да иди ты. Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметил? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашивал. Поехали. В лагере точно не заметит, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как бы. А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил часовых по всему лагерю. А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения, как это новый жизнь. Свобода. Но его всегда отравляло чувство сумка. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Мне тоже было тяжело уйти из семьи. С другой стороны, я редко оставался один. Так кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы точно тебе понравился. Джеки, я запомню. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется.
Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Вокруг города так много заброшенных станций. Это принадлежало корпорации, которая занималась цементом. У них тут был перевалочный пункт. Они что, бросили локомотив, когда ушли? Он стоит здесь уже минимум лет 40. Со времен черного заслона. Тогда всем пришлось вернуться к старым технологиям. Локомотив работал на жидком уране, как подлодки. Тем более странно, что его бросили. Корпорат, наверняка вписали его в графу оптимизация расходов. Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу.
Тебе помочь? Конечно. Но на твоем месте я бы сначала поискала другие варианты. Даже если все получится. Как ты туда залез? Я только успела открыть эту чертову дверь. Ладно, сейчас приду. Любила поезда и станции, где соединяется много путей. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь свободу. Будто можешь начать 1000 путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Само собой. Ничего. Ничего. Какой-то древний пульт управления. Давай сперва найдем карты. Здесь нет. Так, так, так. Кажется, нашел. Ага, отлично. Кэрол, мы нашли карту. Что дальше? Попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. Я скучал по тебе. А, да? А, то есть... Не, погоди, погоди. Мы обычно так не разговариваем. Никогда не поздно начать. Окей.
Валяй. Шучу я. Слушай, Ви, я догадываюсь, к чему все это идет. И тебя что-то смущает? Нет, не в этом дело. Я тоже хотела про это поговорить, только не так прямо. Я собиралась сделать круг, прощупать почву, а потом обратно спрятаться в свой домик. Хороший план. Что пошло не так? Ты слишком быстро меня расколол. Я не знал, как ты отреагируешь. Тут не только ты действуешь наугад. Я бы не хотела сейчас облажаться. Пока у тебя получается. Это потому, что я еще даже не начала. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честно. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог. И я боюсь сказать или сделать что-то глупое. И остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. У нас куча дел. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока.
Давайте еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Из-за Соло волнуешься? У нас еще довольно много времени до заката. Думаю, еще раз осмотреть машину не повредит. Звезды появились. Значит, до заката всего пара часов. Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышла против Соло. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей. Куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давайте-ка выпьем за Скорпиона. За Скорпиона! И за Джеки. Все мало говорите о войне. А что тут говорить? Запихивали тебя в панцирь в Центральной Мексике. И марш вперед, рядовой. Неделями говоришь сам с собой или с бортовым эскином. Йодит хлещешь как воду, потому что снаружи счетчик Гейгера зашкаливает. Угу. Как вспомню, что мы сидели в этих раскаленных гробах. У меня жопа сыпью покрывается. И несмотря на это, вам не терпится покататься на Василиске? Это другое. Совсем другое. Поймешь, когда в него сядешь. Я попробую немного поспать. Давай, наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Как-то вдруг прохладно стало. И правда. Ну, это мило. Может... Тоже немного поспишь. Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка мигает. Да. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Ви.
Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тэнни. Канал Милитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают, и сменили коды. Как раз вовремя, на мой вкус. Thank you.
Если хочешь, я с ней поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Блять, по нам! Ну, понеслась. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Мелитеха. Черт, по нам! Они видны за много миль. Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стилеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Мелитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет. Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно. А что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя легкие. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было 10. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Мне кажется, семья на твоей стороне. Ага. Почему тебе так кажется? Я слышала только тишину. Они чуть ли не облизывались на этот Василиск. Кочевники, значит, панциры. Панциры, значит, кочевники. Они за тебя. Ну, посмотрим. Все хорошо? Да-да. Хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи.